Мы здесь. Я пока здесь. И Газик тоже здесь. На сколько процентов, Газ? Подсъемы, брат, для тебя делаю. У самурая нет цели, есть только путь. И этот путь – путь регионов, Кубок России. Правда. И следующая остановка – следующая остановка – Кострома. Мы должны показать им свой шаолинь. Да, свое мастерство. Каждая команда имеет определенный стиль игры. У нас какой стиль, Макс? Атакующий, доминирующий. Только что стало известно, что Данила Прошляков продлил контракт с Тудроц. Ваше впечатление, какие условия в новом контракте? Поделитесь. Условия можешь у президента спросить. А впечатления ваши, вы рады? Конечно, рады. А вы? Да. Что за скам-проекты вы сейчас в Телеграме своем рекламируете, пушите, обманывая людей? Да. Вас взломали? Да. Легко и просто. Меня взломали, вот и все. Или просто денег нет, вот будет просить. Но вы не пытаетесь ни попытки восстановить справедливость? Я восстановил телеграм-канал, а сам аккаунт пока не восстановил. На это нужно время, еще больше и все. А так, все как было похуй, так и стало. То есть, по инсайдерской информации, ваш телеграм-аккаунт оценили в 12 500 рублей, правильно? Да, кстати, да. Это пиздец. Ну все, ребят, тренировочка, готовимся. Да, попадайте. Вот же они, два друга, да, два партнера. Тебе, француз, ты не завидуешь своему партнеру, что вот твой как дебют как-то остался без внимания? Нет, а он после своего дебюта, Матч ТВ... Зайн, зачем ты поджигаешь это? В смысле поджигаю? Я просто спрашиваю. У меня нет зависти, я только рад за него. А вы где познакомились? Почему вы так тесно общаетесь? Мы уже дружим 15 лет. Да? Что пожелаешь Альберту Николаевичу, у него день рождения сегодня? Чего пожелать? Да все самое наилучшее. Главное – здоровье. Терпение с нами. Терпение с нами, да. Хорошее настроение. Че еще? Стиля немножко я могу пожелать. Это не вставляет. Поздравляем Сергея Николаевича с 51-летием. Мам, сладенькое там принес, покушай. Поэтому, так смотрите, сегодня немножко нагрузимся. И завтра у нас игровые удары. И завтра чуть-чуть. И у вас воскресенье выходной. Два слова, ребят. Благодарю всех за поздравления. Знаете, что мы хотим вообще, вот честно, для меня лично? Чтобы вы прежде всего становились лучше, как люди, парни. А если будете еще как футболисты лучше становиться, ребят, ну для нас вообще с Викторовичем это будет подарок, ребят. Потому что будете лучше становиться как футболисты, придут победы, ребят, все будет у вас хорошо. И в жизни, и в ваших семьях. Так что мы в одной лодке, ребятки, плывем. Вот, и давайте, знаете, от души просто поработаем, ребят, чтобы потом друг другу смело посмотреть в глаза. Мечты сбиваются. Покажи, Николай. Вот, Альберт Николаевич, и от всей команды еще. Давай. Ну давайте Альберт Николаевич поздравим от всей команды. Альберт Николаевич, вручаем вам конвертик, чтобы никогда больше не было бегов, чтобы всегда мы выиграли успехного продвижения в истории. С ребятами вроде. Вместе вроде, пошли 10 раз. Меня сейчас опустили на землю. Опустили. Сейчас. Комбинируем только с тобой. 30 секунд. Только с тобой. Раз, два. Пошли.
Только стопа, ребят. Только стопа. Теннис и мячок. Сань, привет. Привет, Сань. Как проходит восстановление Максима Мартусевича, этого цепкого хавбека центрального? Постепенно, плавно. Нам не хочется на искусственном газоне, конечно, работать, если честно. Нам бы на натуралочку перейти, и все бы уже разносил, на самом деле. Сколько ему еще осталось до полного восстановления? Сложно прогнозируемую историю, на самом деле. То есть, ну, касаемо физики, Макс вообще в порядке. Просто вот что-то нам мешает, пока не знаем по сроку. Хочется как можно быстрее, в идеале. Ну, кубку вряд ли. Макс, что думаешь? Думаю, вряд ли. Кубку, да. То есть, как бы, недели-две точно. Да, кубку еще. Кубку у нас забыл. 10 дней. Кубку лиги, да, я думаю, будем готовы 300%. Ильдар, здравствуйте. Здравствуйте. Day to day номер 9 специально для вас, как для спортивного директора. 9 футболистов под номером 9. Сложный вопрос для спортивного директора такой великой команды. Я уже перестроился на МФЛ. Я не знаю, не смотрю большой футбол. Даже не вспомню, кто под девятыми играет. Алан Ширер? Есть один. Неплохо, кстати, неплохое начало. Ну, я зашел оттуда. Так. Ньюкасл. Ньюкасл, да. Один есть еще 8. Егор Титов. Егор Титов 2. Точно. А Рауль, не, Рауль 7. 7. А 9 кто был тогда там? Ну, я не подсказывать. Роналду, Зубастик есть. 3. Сложно, да, без чата с помощниками, да? Вот. Сразу накидали. Давай, кстати, хочешь онлайн? Давай, давай, давай. Давай проверим. Давай, давай, давай. Пацаны, нужно срочно. Не прошло 10 секунд, как чат дал ответы какие-то. Да-да, смотри, погнали. Торрес, Суарес, Роналдо, Бензема, Тюрам, Левандовский, Влахович, Варди, Холланд. Браво. Как чат называется? Как туда попасть? Туда попасть уже, наверное, невозможно. Потому что, может, так с ребятами сконнектились. У Гальдо еще с запасом тебе. Спасибо. В 2023 году вышел альбом Кристофора Колумба. Чем вы вдохновлялись при его написании? Бифы в интернете бифы. Расскажи этим людям. Когда ждать новой музыки? В скором времени, я думаю. Экстрасенс! Хорош, один! Ой, хорош, Жарчу! А вы чё? Смотри, точно, просто вот идеально. Вот, типа, идеальной передачи вот нету. Гао! По-моему, вообще, типа, тоже идеально. А вот смотри, ему ответчик такой. Чуть плоховато уже, но я потому что не сказал, что он был идеальный. А вот сейчас сделаем прям супер идеальный. Вот такую, чтобы он прям на ножку принял. Да тоже зовут.
Знаешь, что общего между нами? Что? Мы слышим, что шепчет улица. Как-то вы изменились, Максим, внешность, что-то у вас? О, Альберта Николаевич, сегодня день рождения. А, решил привести себя в порядок, да? Мы решили заказать красивую девушку. Ну, еще были на съемках у Арчи, снимали бритву экстрасенса. У меня был красивый образ. Контроль мяча, сейчас не теряем мяч. Включаем, не теряем. Я надежно играю, надежно. Опытный игрок, опытный игрок. Нет. Пока все бегают, пацаны наблюдают за ними. Потому что я пробежал уже, похуй. Ну мы тоже можем сделать отдышку такую искусственную, актерскую. Че у тебя с ногой, брат? Ты что-то сейчас хромал? Какая-то фасция, сказали, хуй знает. Фасция? С Кубка России еще болит. Во время удара по напорку когда ставишь, нога в ахуе. Так в целом нормально. Че Альберт Николаевич пожелаешь? Че пожелать? Видит, понятно, что у Николаевича амбиции проф. Футбол проф. Ну, в уровень выше. Поэтому в любом случае желаю ему сдать наконец на лицензию, ну, Галактики или какой-то он пытается сдать и, ну, возглавить какую-то команду или быть помочь его команде выше уровня, чем наш. С нюхой, Альберт Николаевич. Вот что надо смотреть. Да, олимпийская сборная? Олимпийская сборная готовится. На следующий цикл олимпийский. Говорят, здесь вообще кран. Что-то, по-моему, Викторович это переборщился. С дистанции пробегает, сам главное, с паузой, по-моему. Ну а что, первые две сделали, третий придется также бежать. Первая группа выдержит. На жилах, но выдержит. Вторая сдулась вообще уже после. Николай, дезертир! Туда, туда его. Выдумывает! Викторович! А что надо делать? Бежать. Вот у вас группа, я куда правильно бегу? Бегай. Алло! Вы что там встали? Завернулся Кость. А ручку чего убиваешь, блядь, выкидывай. Шлагбаум-то отправляй туда. Давай, давай, терпим. Ой-ой-ой. Давай, Кузя. Хорош. Последний, Кость. Да. Сэм, а что с Эдом случилось? Эд, мне кажется, ну не выдержит нагрузки уже, понимаешь. Этот медийный организм не приспособлен к таким нагрузкам. Это вот, пожалуйста, языком, да, ляс точить, это вот он горазд. А вот чуть-чуть бега, все уже, видите. Уже не справляется, надо поднимать вопрос, чтобы маечку в рамочку такую, и где-нибудь повесить над кроватью. Day to day номер 9, Эрик, футбольный агент, итальянский рынок. Саб Роналдо. Человек, когда игровые такие простые тренировки уходят, я хочу скинуть. Сегодня были жесткие бега, где Саб?
сидит в бусах, улыбается, блин, снимает. Где вот твое вот это желание скинуть, там, сколько там, 10 килограмм? У меня есть желание задать один вопрос. 9 футболистов под номером 9. 9 футболистов под номером 9? Да. Офигенный вопрос. Роналду, Бензима, Бапе, Абрета, 3, Златан. Так, 4. Милане, по-моему. Да, да, есть, есть, есть. Под номером 9. Еще 5. Почему? А, 9? 9 футболистов? Нашим Бапе. Пойдет. Он тоже футболист заявлен. Профессиональный футболист. Да? Да. Блин, это пиздец, на самом деле, сложнее, чем я думал. Я тебя так не вспомню. Я лоханулся. Все, ты сдаешься? На 5 остановились. Суарес. 6. Еще 3. Бля, я не понял, какой у Форлана был. 9. 9. Кавани подсказывает Дмитрий Сычев в фланге. Кавани подсказывал, Кавани, девятка. Давид Вилья, Фернандо Торрес. Фернандо Торрес есть, Давид Вилья седьмой вроде, нет? Нет, Давид Вилья играл, по-моему, под девятым номером. Нет, нет, ты, наверное, больше прав. Седьмой. И последний, давай, жирная точка. Но я тебе скажу, что лучше, чем Эльдар справился. Эльдар без помощников своих. Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни. Браво, молодец. Альберт Николаевич, поздравляем еще раз с днем рождения у вас. Подписчики тоже наверняка поздравят в комментариях. Да, благодарю. И вот дайте какой-нибудь с высоты прожитых лет напутствие вот молодым ребятам, которые нас смотрят. Что-нибудь, какие-нибудь слова. Да ну какие слова? Слова-то простые вообще. Ребята футболистами мечтают прежде всего стать. Да, я всегда говорю, станьте прежде всего хорошими людьми. Вот, любите своих родителей, свою родину. Вот простые напутствия, знаете. Вот, потому что сейчас времена такие непростые. Будьте нормальными гражданами своей страны. Вот это самое главное. А будет ли кто-то футболистом или еще кем-то обратиться, это все вторично, ребят. Bro, I need 9 football players with number 9. 9 football players with number 9. Новый игрок или старый? Любой. Любой? Ты помнишь? Ибрагимович. 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 Льоренте. Льоренте. Суарес. Суарес. Ты знаешь Суарес? Харикейн. Да. Харикейн. Номер 9. Агогу. Джуниор Агогу. Агогу. Ты знаешь Агогу? Да, 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 да. Помню, да. А Луис Назарио нет? Не номер 9? Ну, я тоже помню. Еще 2. Еще 2. Ну, ты говоришь 9, а да. 7? 9. 9. Там Тевес. Тевес. Тевес, да. И новый игрок, который я люблю. Халанд. Халанд. Браво, бро, браво, браво, браво. Ну тогда я... Ладно, выйдусь, тогда заплачу. Игорь Леонтьев, новичок команды Тудроц. Чемпион России в составе московского «Спартака». Все верно? Пока все верно. Просочилась информация, что ты уже в команде, не знаю откуда, и получается, можно услышать твой голос, спросить тебя, какие цели ты преследуешь, как ты оказался здесь, и был ли выбор между какими-то командами? Были определенные предложения, но я выбрал Тудроц и хочу помочь команде добиться самых высоких целей во всех турнирах. Вот, и интересный вариант, поэтому хочу попробовать себя здесь, помочь команде. Телеграм-канал есть у тебя? Еще нет. Еще не создавал. Ладно, еще поговорим, пока и много спрашивать не будем, оставим чуть на потом. Добро пожаловать, Игорь Леонтьев. Какая у тебя позиция? Центральный полузащитник. Вчера в сети гуляли новости про то, что некий Олег Бондарь, более известный как Вагабонд, напал на человека. Вы, как его лучший друг, его сегодня не было на тренировке, прокомментируйте вторую сторону, потому что мы слышали только сторону обвинения. Будьте как сторона защиты. Во-первых, это было позавчера. Олег мне звонил в слезах после этого инцидента, сразу после. И говорил, что, во-первых, он сам по себе пацифист, и он не любит насилие, он не любит бить людей. Но человек, который был с другой стороны, жестко спровоцировал. Он лежал со своей девушкой в кровати, готовился к тренировке на следующий день и хотел спать. Но тот непонятно в каком состоянии он был. То ли в состоянии алкогольного опьянения, то ли трезвый, этого я не знаю. Но он шумел, он мешал спать, помимо того, что Олегу, еще и его соседям. Его семья была в этом же доме, все жаловались. И единственный, кто осмелился выйти и сказать что-то в лицо этому неприятному человеку, как сказал Олег,
Это был сам Олег, он вышел и отстоял честь своего дома, своего подъезда и своих Патриков. Он легенда Патриков отныне. И скоро ему поставят памятник. Потом Олег на камеру. Господа присяжные. На самом деле на камеры в подъезде попала фотография человека, который производил то самое нападение, в котором обвиняют Олега Ужаконта. Братик, один вопрос задаю и спортивному директору, и всем. Топ-9, не топ-9, а просто 9 футболистов под номером 9. 9 футболистов под номером 9? Да. Давай вместе. Давай. Ну, он не... Павлович, Левандовский. Не-не, ну ты подожди. Я подготовлю. Да-да-да. Ну как? Я думал, мы в команде. Не, он уже ответил. А, не я просто. Я вступил там в доску. Смолов. Кокорин, нахуй. Все, закончили. Кто еще? Торрес. Торрес в Ливерпуле 9 был? Ну, в Челси точно 9. Бля, 9. Кто еще у нас в 9-ке? Лахович. Вообще именно 9-ка. Потому что Day to Day номер 9 сегодняшней серии. Ну уже два хороших, да. Ну два хороших. Смолов, Кокорин вообще не сначал. Лучше всех ответил, я скажу Гаучо. Прямо раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гаучо просто. Вот, да. Сходу. Гаучо. Ну а кто еще? Ну Роналду Зубасе как минимум. Роналду бразилец второй. Он Тевиза достал откуда-то. Карлитоса. Это сильно. Это сильно. Ну давай хорошо, одного редкого какого-нибудь назови, какого-то, который просто он затмит все остальные. Камаронези, какой номер был? Бля, ну точно не 9, 18, что-то такое. Да я попытался редкого достать, бля, я даже не знаю. В Манчестере кто? Бербатов какой-то. Вот, вот это браво, браво, пойдет все. Амбассадор Сити Драйв Алексей Шумахер. Здравствуйте, Алексей. Подожди секунду, там разбилось, нет? Что, яички из Ижевска везете? Нет, вообще мы не показали, но там сейчас будет полянка. Мы едем куда? На вечерний футбол пятничный с тренерским штабом. Здесь у нас дынька, арбуз. Поэтому был подарен нож 4 часа назад. Дмитрий Игоревич, тренировка окончена. Сейчас мы переместились на живописную, на октябрь. Немного по тренировке, такая достаточно интенсивная была. Было 3 станции. Одни бегали, другие играли в футбол, третьи били. Как ребята вообще восприняли нагрузку и сколько травмированных сейчас в команде футболистов? Давай с травмированных начнем. Травмированный Скоропуп, Саля, Мартусевич. Это на данный момент Скоропуп с коленом проблема небольшая. Мартусевич почти восстановился, уже с завтрашнего дня он начинает потихоньку в общей группе тренироваться, нейтрального, но щадящий режим. И Саля, микронадрывы передней поверхности бедра у него перед кубком случилось. Вот, но уже прошло 10 дней, еще не 10, и в общей группе начнет тренироваться. По тренировке, естественно, поддерживающий режим, немножко нагрузки дали сегодня, для того, чтобы в тонусе держать. Очень непростой у нас график сейчас. После финала у нас была неделя отдыха, потом неделя работы очень интенсивной. Это был сделан задел на 2 месяца. Хотя мы знали, что у нас через неделю игра на кубок со Строгино. И со Строгино ребята играли под нагрузками. Но все нормально прошло, вы видели, да? И преимущество было, и правильные действия, и забили гол, и никто не сломался. Это самое главное. Вот сейчас, после 5 дней отдыха, опять у нас предстояло 3 недели работать, чтобы 21-го выехать в Кострому и там играть очередной этап Кубка России, да? Тренировка, да, сегодня увидели, да? Ребята валялись, не могли встать. Вот как раз по тренировке перебью вас насчет Даниила Крапивникова. Какое у него сейчас положение в команде? Он посещает тренировки, он готовится к матчу или просто поддерживает форму? Подвешенный. Подвешен. Я шучу. Ну, естественно, сейчас все, пока все, кто есть, они в обойме, в строю. Вот, на днях будет решено, кто хочет уйти, кто хочет остаться. Новое приобретение. Это все непростой процесс, все решается на уровне президентов, тренеров. Вот, и других команд, если кто хочет их взять. Вы знаете, Талап Кошу, Газданов хочет уйти, Прошляков остался. Краб хочет уйти, Корж хочет уйти. Ну, вот сейчас все в эти дни решится.
Сейчас присоединился Игорь Леонтьев, присоединился Антон Терехов, уже дебютировал. Еще будут ли какие-то трансферы, планируются еще какие-то трансферы? Они могут неожиданно возникнуть, потому что все приобретают кого-то. Вот. Но мы в первую очередь смотрим, кто нам нужен, на какие позиции нужно людей приобретать, укреплять какие позиции. Поэтому это все такой процесс, он не останавливается. Он идет, идет, идет. И в любой момент могут появиться новые люди, так же, как и могут уйти футболисты из нашей команды. Все, ребят, спасибо, Дмитрий Викторович. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро порадуем вас новым форматиком. Да. Большой инсайт.